8 лет Украина твердила, что самая мощная, их самая мощная армия в Европе сдерживает Россию, натиск России на Европу. И вот, наконец, Россия явилась на эту войну. И уже 5 дней как? И мы можем за эти 5 дней увидеть разницу и вообще увидеть, как длится эта война. Единственное, что, конечно, жаль мирных жителей, которые на Украине сейчас сидят на подвалах под бомбежками. Хочется передать им: потерпите немножко, это не будет так долго, как терпели этого мы. И, конечно же, передать нашим солдатам: слава русскому солдату, вы наследники победителей. Вперед и только вперед! Ура! Красная армия всех сильней!